ходе боевых действий на Купинском направлении военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад в районе населенных пунктов Масютовка и Новоселовская. Сорваны две попытки смены подразделений в районе населенного пункта Двуречная. Ракетным ударом уничтожен командный пункт противника в городе Купинске. Потери противника составили около 30 человек. Артиллерийским огнем уничтожена минометная секция противника в районе населенного пункта Ивановка и два наблюдательных пункта в районе сел Стельмаховка и Новоселовская.